Саженцы и рассады Этопиона Кэллис Меморис привлекательны продолжительным периодом цветения, который длится около 5 недель. Бутоны крупные, до 20 сантиметров в диаметре. Цветки не однотонные, имеются желтые, розовые, кремовые переливы. На лепестках неравномерные сиреневые полоски. Цветение обильное, на одном кусте до 50 бутонов. Пион круглой формы, его высота варьируется от 0,6 до 0,9 метров. Цветы подходят на срезку, долго сохраняют свежесть в букетах. Распускаются бутоны в конце мая и в июне. Сорт зимостойкий, не боится засухи, болезней. Предпочитает солнечные, плодородные участки. Пион и Кэллис Меморис – это многолетнее растение. Пион прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для песчаных почв. Цветок окрашен в розовый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.